Ну а сейчас о главных темах выпуска более подробно. Очередное аппаратное совещание в администрации района началось с анализа проведения прошедших субботников и благоустройства в поселениях. Горожане и сельские жители обо всех негативных фактах санитарного состояния своих населенных пунктах сообщают теперь лично главе района Ивану Имгрунту на его мобильный телефон 8 988 24 55 717. К сожалению, факты говорят о том, что ситуация не меняется. Город и сельские поселения чище не становятся. Мы должны приучить население выходить на субботники. Для этого нужно зайти в каждую квартиру и в каждый частный дом. Вот тогда будет отдача. Глава района, всегда открытый для общения с населением, получает информацию, что называется, из первых уст. Вот вы, говорит, призываете к субботникам. Я, говорит, живу в многоэтажном доме. Она говорит, я не знаю ни старшую по дому. Никто меня ни разу не приглашал там выйти на субботник. Я готова. Рядом там с детским садиком, говорит, стоит гараж. Вот вы призываете к санитарному состоянию. Проржавел, все заросло. Говорит, там никто годами им не пользуется. Чего он там стоит? И таких примеров, начиная от дворовой территории, заканчиваем вот эти все пустые разговоры. Пусть будут ошибочные кадровые решения, будем исправлять. Но прощать такое хамство я не намерен. И сколько бы бюджетных средств не вкладывалось в благоустройство тротуаров, асфальтирование дорог и установку новых светильников, о благоустройстве в этом месте говорить рано, пока обочины и газоны зарастают сорняками. Пока наша работа не будет носить системный характер вместе с населением, вместе с бизнесом по санитарному состоянию и благоустройству, у нас удачи не будет. Почему мы с заборами не занимаемся? Почему с фасадами домов не занимаемся? Крыши. С людьми нужно работать. Глава также отметил, что подготовка ко Дню города должна заключаться не в приглашении артистов. Необходимо привести в порядок то место, где живем, помочь тем, кто нуждается, вовлечь всех жителей в общее дело. Тогда и радость будет в день праздника от итогов совместного труда. Заслушивая информацию по подготовке к осенне-зимнему периоду, глава района отметил, что не удовлетворен процессом подготовки, который ведется управлением образования. К 1 сентября все школьные котельные должны быть готовы к работе. Иван Имгрунт дал поручение внести предложение в разрезе каждой котельной по модернизации и снижению расходов на их содержание. Наталья Пугачева, Сергей Севастьянов. События и люди.